Проголосовал сегодня в Красноярске и Олег Газманов. Народный артист прилетел в столицу края, чтобы выступить на большом праздничном концерте «Крымская весна». Певец выйдет на сцену в 8 часов вечера. Шоу пройдет на площади у Большого концертного зала. Как рассказал Газманов, он как гражданин своей страны просто обязан проголосовать. А так как сегодня певец не в Москве, свой выбор он сделал у нас в городе. Я хочу вместе со всей страной, с моим народом показать, что мы едины. Ответить на вот это беспрецедентное давление на страну, показать тем, что мы вместе придем, покажем свое волеизъявление. То, что происходит в мире, и вот то, что происходит каждый день вообще-то, это остросюжетный какой-то боевик вообще-то. Поэтому, но, к сожалению, вот так давят и нападают, и так цинично и враждебно относятся к нашей стране, к нашему народу, что я, конечно, в стороне не могу остаться.